Thank you.
Добрый вечер, дамы и господа, прежде джентльмены, просто наши друзья. Сегодня необычный вечер, потому что, во-первых, это скорее не вечер, а день. Да? Сегодня вы присутствуете на московской презентации альбома, который был записан в августе прошлого года в Бостоне. И эта запись состоялась благодаря одному замечательному человеку. Благодаря таланту который, таланту в первую очередь музыкальному и не в последнюю очередь организаторскому, состоялась эта запись. Я хочу под ваши аплодисменты пригласить на сцену Катюшу Рамжаеву. Ваши аплодисменты. Я вижу здесь много знакомых лиц, и, конечно же, вы все знаете Катю. Кто не знает, немножечко расскажу. Катерина закончила самый престижный американский музыкальный колледж, колледж Беркли. И когда она там училась, Катерине пришла в голову замечательная идея. На последнем курсе, уже последний семестр шел, и она подумала, вот бывают альбомы, например, «Звуки леса», «Звуки города», да, знаете, такие были раньше популярны. И тут появилась идея, что если записать то, как сейчас звучит музыкальный Бостон, музыкальный Беркли. Что сейчас играют, что мы слышим, когда идем по коридору, что из этой аудитории раздается, да? Что проходит в классах на занятиях, на чем учат, что играют на концертах, на ресайтлах, на джемах. И в результате появилась вот эта необычная работа. Самое интересное, что эта музыка, она обладает удивительной силой, объединяющей силой, потому что этот альбом собрал музыкантов, вы не поверите, из 8 разных стран мира, из 4 частей света. Это, ну, в общем, такое удивительное явление даже в наш современный прогрессивный век, да, если вы представляете себе карту, да, то у нас записывались и музыканты из Южной Америки, из Северной Америки, да, и из Европы, и из России, и даже оттуда, из Дальнего Востока, из Японии, из Тайваня. Вот, недаром мы этот альбом назвали Under the Umbrella of Music, под зонтиком музыки, потому что эта музыка, она сумела собрать и объединить всех этих людей. А сегодня еще более удивительная вещь происходит, потому что музыка собрала замечательных московских музыкантов, которые помогают нам представить этот альбом. Это коллектив, который уже себя зарекомендовал на московской сцене. Коллектив называется Kate and Friends. Вы, конечно же, знаете, почему. Kate and Friends. И сегодня у нас еще объединил с вами, да, то есть вся музыка, которая сегодня здесь будет звучать, она будет звучать исключительно для вашего и нашего удовольствия. Следующую композицию, которую мы для вас сыграем, написал выпускник Беркли прошлого года, его зовут Сантьяго Чирибога, он барабанщик, и назвал он ее «Sun Dance» или «Солнечный танец». Thank you.
раз в год. Хотели бы пригласить на сцену еще одного участника концерта. Под ваши аплодисменты поднимается Илья Вилков, тромбон. Вилков. Композиция называется «Appointment in Ghana» – «Встреча в Гане». Видите, куда нас уже в Африку занесло? Thank you.
потрясающие ребята. Я очень горжусь тем, что я играю с такими великолепными музыкантами. Это действительно одни из самых лучших музыкантов в городе Москва джазовых. Это Илья Вилков, тромбон. Илья Зырянов, гитара. Рамина Мишина, фортепиано. Олег Шарафетдинов, контрабас. Аркадий Баклагин, барабаны. Thank you.
Вот. Сейчас у нас будет композиция, которую написал Валерий Пономарев. Она называется «For better or for worse». Она переводится как «и в радость, и в горе». Вот. Я хотела рассказать о том, что настоящая дружба, она познается не только в радости, в сорадовании каким-то успехом, а еще и в поддержке в трудные минуты. Вот. И я очень рада, что все мои друзья, которые на сцене и которые в зале, они как раз настоящие друзья, которые не только разделяют радость, а также помогают в трудных ситуациях. Валерий Пономарев, «For better or for worse».
Илья Вилков, тромбон. Илья Зарянов, гитара. Рамина Мишина, клавишные, Родос. Олег Шарафетдинов, контрабас и бас-гитара. Аркадий Баклагин, барабаны. Thank you.
композиция называлась «Jazz Crimes» или «Джазовая мафия». Этот альбом был записан в августе прошлого года, 12-го, по-моему, числа, а накануне, за неделю до того, как мы записали этот альбом, уже состоялась бостонская премьера. Был концерт в Бостоне в кафе, которое называется 939, и мы играли там эту программу. После этого концерта было решено, ну, практически полностью всю программу записывать. И по всему колледжу висели афиши, очень с красивой такой вот обложечкой, был зонтик нарисован, вот эти вот краски. И это все нарисовала наша замечательная художник-дизайнер Мария Киселева. И нам бы хотелось сегодня самый первый диск, еще ни у кого этого диска нет, вы после концерта можете вот так вот у Сони купить, она вам руками машет. Еще ни у кого нету, но этот диск уже будет у Маши. Мы хотим пригласить на сцену Марию Киселеву. Под ваши аплодисменты. К следующей части нашего концерта, убойный, уже концерт почти завершается, поэтому надо немножечко таких мощных вещей, то, что у музыкантов называется такое мочилово, грув, драйв и так далее. Thank you.
Джаза. Она называется Boom Town. Итак, финальная композиция вечера. Boom Town. Thank you.
соло барабанов Аркадий Баклагин. Соло на гитаре Илья Зырянов. Баритон саксофон Георгий Горлов. Фортепиано Рамина Мишина. Ну и сердце нашего ансамбля — это Олег Шарафетдинов. Но это уже точно последнее. Если вы хотите нас слушать, приходите на наши концерты в этот четверг, 19 июня, в ресторане «Чайковский». Бесплатный вход в 9 часов. И ровно через 2 недели, в субботу, 28 июня, в клубе «Радио Сити» в здании гостиницы «Пекин». Тоже свободный вход. Вот email-лист, если вы хотите получать на приглашение на концерты, оставьте свой email, email вам напишет красивое письмо. А также, если вы еще не учитесь в C-Jam Club, приходите учиться в C-Jam Club. В следующее воскресенье, 22 июня, на этой сцене будут выступать преподаватели и студенты. Это невозможно пропустить. Thank you.
И закончим мы наш концерт словами Арта Блейки. Покупайте наши пластинки, как перед Богом говорю, очень деньги нужны. Это слова Арта Блейки. Спасибо.